меня получается вот такая порция сырничков. Ну, а у нас с Мирончиком уже добрая традиция делать зарядку по утрам. Я решила сменить род деятельности. Тушеные овощи, бобовые, и я выбрала пасту твердых сортов. Витя лежит, болеет. Еще я приготовила чечевичные котлетки и тофу в водорослях нори. Вот такая текстура получается. В общем, похоже, я тоже заболеваю. Витя на меня ругается. Хочет, чтобы я лежала только. Померила температуру, она опять растет. Я весь день провалялась с температурой, и мы сейчас хотим поехать сделать тест, ПЦР-тест. Мы приехали к врачу. И теперь... Мне дадут статус переболевшего на 3 месяца. На обед я решила приготовить щи. Я пришла покушать супчик. Вот так. Ну что, дела мои стали лучше. Я даже решила приготовить булочки на полдник. Они получаются невероятно пышными, вкусными. Витя заварил мне чай. Под вечер меня опять начало накрывать. Всем доброе утро. Я готовлю на завтрак сырники из тофу. Замесила тесто, опаливаю в муке и жарю на сухой сковородке. Из 200 грамм тофу у меня получается вот такая порция сырничков. В принципе, Мирончику, Вите хватает позавтракать. Мирончик, иди кушай, сынок. Пропылесосил? Да. Села позавтракать я смузи, сырнички тут еще остались. Витя болеет, у него аппетита нет, Мирончик тоже только одну штучку съел. Но у нас с Мирончиком уже добрая традиция делать зарядку по утрам. После завтрака он уже тянет коврик, показывает: мама, включай зарядку, и мы начинаем. Когда кто-то делает с ним за компанию, он прям выполняет все упражнения намного охотнее. Ну и если у нас нет возможности позаниматься с ним, то он и сам с удовольствием занимается. Вообще физическая активность одно из его любимых занятий. Теперь пришло мое время, я включила себе танцевальную тренировку, она небольшая. А длительность ее, по-моему, только 15 минут. Но за эти 15 минут задействуются прям все мышцы. Я хорошенько подвигалась и даже успела вспотеть. Практически всю тренировку я выполняю мелкие прыжки. И таким образом очень хорошо качается лимфа, улучшается кровообращение и уходит застой жидкости. Далее, так как женщина дома работает, я решила сменить род деятельности. У меня уже накопилось много неглаженного белья, и я решила с ним разобраться. Витя взял Мирончика на себя в соседней комнате. Я включила себе свой курс «Еда для жизни». У меня там много обучающих видео. Видео касаются питания, с помощью которого можно оздоровить свое тело, избавиться от болезней, если они уже есть, улучшить свое самочувствие. В общем, очень интересно и познавательно. И время прошло достаточно быстро. Я наконец-то все погладила, у нас время уже час, уже все хотят кушать, буду готовить обед. Обед я решила приготовить тоже по рекомендации из курса. Половина тарелки должна быть заполнена овощами, обязательно присутствует зелень, немножко орешков, тушеные овощи, бобовые, и я выбрала пасту твердых сортов. Вот такой у нас сегодня сбалансированный обед, очень вкусный. Мирончик еще спит, Витя лежит. Болеет, ну как болеет, он просто лежит, у него ни температура, ни насморка, особо ничего нет, но он все равно лежит, отдыхает, а я решила воспользоваться случаем и пойти прогуляться часик, у нас время 3:30, ну как раз где-то 4:30 вернусь. На улице у нас 4 градуса, сегодня теплее, чем вчера, вчера был один, такой мелкий дождик моросит, но все равно нормально, приятно, особенно когда быстро идешь, классно. Любовь. Мирон проснулся? Он спит. А я еще не проснулся. Ужин я тоже решила приготовить по тому же принципу. На этот раз из круп я выбрала рис, добавила в него нуль. Из отварных овощей у меня брокколи, также половина тарелки у меня занимают свежие овощи. Обязательно зелень. Еще я приготовила чечевичные котлетки и тофу в водорослях нори. Все, у нас вечер, мы лежим, отдыхаем, смотрим «Орел и Решка», новые выпуски. Всем доброе утро, у нас на завтрак сегодня блинчики. Хочу сделать их фаршированные с тофу и с изюмом. Разрезала один блинчик, вот такая текстура получается, очень нежная, вкусная. Я сегодня проснулась, как-то тоже очень странно себя чувствую. Все тело ломит, слабость, в общем, похоже, я тоже заболеваю. Мирончик, ну как, вкусно? Да, вкусно? Тоже вкусно. Приготовила я завтрак, немножко подвигалась и чувствую, что меня прям начинает уже морозить, и
скорее всего, поднимается температура, надо померить. Конечно, сегодня моя любимая часть, это прогулка моя отменяется, тренировка тоже отменяется, буду просто лежать, отдыхать и пить воду с лимоном. И слава богу, что мы не одновременно с Витей заболели, Витя уже более-менее восстановился, а у меня теперь есть возможность полежать, короче, все дела переходят на Витю. Налила себе водичку, здесь сок одного лимона, и это у меня уже вторая кружка. Только что измерила температуру, у меня 37,7, Витя на меня ругается, хочет, чтобы я лежала только и все. У нас запретный прием, мы все лежим и включили Мирону мультики. Я пришла тоже позавтракать, у нас время уже 12:30, мне прям хочется кушать смузи и блинчик один с тофу остался. И налила горячий чай. Покушала, померила температуру, она опять растет. Витя нас кормит прям в постели. У меня вареники с картошкой и пельмени с чечевицей. Мирончик наш еще в пижамке. Еще в обед не спал, нет сил ребенка уложить. Мирон, ты хочешь спать? Не хочет. Я пью ромашку, и Мирончик тоже воду себе с трубочкой принес. Короче, Витя переборщил с играми. Теперь у нас пятно на потолке. Мирон, сможешь его снять? Достанешь? Мирон сразу действует. Повезло, он легко снимается. Вроде бы как нормально все должно быть. Ну, мокрое пятно, надеюсь, оно высохнет. Опа-на. Мирончик новую игрушку себе нашел. Мирон, пойдем спать, сынок. Сейчас не до сна. Выпиваю свою вторую кружку ромашки и пойду спать. Всем доброе утро. Вчера я весь день провалялась с температурой. У меня было 39,5 максимально. Ночью она начала спадать. Сейчас мне уже получше, но все равно у меня 37,7 держится. И мы сейчас хотим поехать сделать тест, ПЦР-тест. Ну, кстати, из симптомов у меня особо так ничего нет. У меня только температура была. Соплей у меня нет. Не знаю, что там еще. У меня просто тело ломило и высокая температура была. А так все нормально. Не успела выйти, уже надо идти назад, потому что Витя позвонил, назначил термин в 10:15. Да. Стрелять будешь на улице? На завтрак у меня смузи, как всегда. Ты прибежал! Ты маму поймал? Мама тут. Мы приехали к врачу. Сейчас буду сдавать ПЦР-тест. Алло. Куда прямо пиди? Танка шли. Я не знаю, Эмма. Ja, genau. В рот самый далеко, как ты можешь, в шею. Да, да, все правильно. Да, да. Еще раз. Еще раз. Не только один раз. И теперь, как далеко можешь, просто сделаем. Крутить надо. Все, там есть. Туда достань. А через сколько примерно будет результат? Они не сказали? Завтра, послезавтра. Завтра, послезавтра. Ждем результат. Если у меня ковид, то тогда мне дадут статус переболевшего на 3 месяца. И мы наконец-то сможем ездить в бассейн. Это единственное, чего нам так не хватает. Вот, ну хоть какой-то плюс. Он пытался даже эту сюда притащить, чтобы закрыть дверь, чтобы ты не попал. Папи! Да. Только я!
Папе холодно, ты че, папе нельзя на улицу? Ты же папа выгоняешь уже. Погоди! Мирон, ты лук чистишь? Плохой попался. На обед я решила приготовить щи. Подготовила все овощи. Болгарский перец, картошка, белокочанная капуста, морковка, томаты и лук, чеснок. Просто закладываю все овощи в кастрюлю. Паприка, лук, чеснок, морковка, помидоры и томатная паста и капуста. Заливаю водой и добавлю пол чашки оранжевой чечевицы. Я прилегла немножко отдохнуть, померила сейчас температуру, 36,9, она падает. Но все равно уже, конечно, намного легче. Вчера был такой самый трудный, тяжелый день. И я себя отпаивала ромашкой, водой с лимоном. Наверное, кружек 5 я выпила ромашки, воды с лимоном литр выпила. И вот один день я потемпературила, можно сказать, сегодня уже температура упала, слава богу. Надеюсь, дальше пойду на поправку. Привет, сынок. Ты искупался? Ура! Мирончик у нас накупался и уснул. Я пришла покушать супчик. Мирончик, ты проснулся, сынок. Где? Вот так. А еще одну? Вот это. Вот так. Ну что, дела мои стали лучше, я даже решила приготовить булочки на полдник. Тесто я готовлю на основе отварного картофеля, рецепт я, как всегда, оставлю под видео. Тесто получается очень пышное, классное и податливое. И готовится оно очень быстро, пышность ему придает разрыхлитель и сода. В общем, моя задача сейчас его хорошенько раскатать, чтобы толщина теста получилась примерно 0,5 сантиметра. Далее я равномерно распределяю начинку. Я смешала кокосовый йогурт, кокосовый сахар, корицу и изюм. С помощью лопатки распределяю начинку по тесту и теперь аккуратно закручиваю тесто. Далее я взяла нож поострее, разрезаю пол на булочки и складываю в противень. Начинка может немножко вытекать, ничего страшного. Отправляю в духовку примерно на 25 минут на 200 градусов. Ну, у меня прошло где-то 20 минут, вы увидите, булочки очень хорошо подрумянятся. Они получаются невероятно пышными, вкусными. Можно сверху приготовить еще сливочную намазку. Я обычно использую кокосовый йогурт, немножко подсластителя. Все это смешиваю и просто намазываю сверху. Сейчас у меня кокосового йогурта не оказалось, но булочки сами по себе невероятно вкусные. Сынок, вкусная булочка? Да? Большая у тебя? Большой. Большой. Вкусно, да? И папе тоже нравится. Мы покушали и прилегли посмотреть мультик. В общем, у нас такая атмосфера спокойствия. Лежим, отлеживаемся. Под вечер почувствовала, что как-то опять странно я себя чувствую. 37,5, начала температура расти. Витя заварил мне чай, буду отпаиваться дальше. Я решила супчик покушать. Я сегодня только в час кушала последний раз, а сейчас уже 6. Мы легли посмотреть классный фильм. «Большой добрый великан» называется. Под вечер меня опять начало накрывать. Температура чувствуется, голова побаливает. Выпью водичку с лимоном и пойду спать. Надеюсь, утром буду как огурчик.